Погода жесть. Так, ребят, всем привет. Продолжаем работать на карте совхоз Рассвет. Сейчас едем удобрять поле навозом. Также нужно будет перепахать там, где картошка была. Смотрите, что у меня с дверью у УАЗика. И это уже не первый раз. Такое починить не могу. Такая вот ерунда. Придется продавать УАЗик. Так ездить не получится. Все, садимся, едем. Также нужно будет купить участок большой со свеклой. Ну и я купил еще один кирвиц, про который я говорил, что буду брать второй. И купил плуг. Ну или как он там, чизель, культиватор. Специально для него. Он уже на поле ждет. Сначала удобрим, потом перепашем. Сейчас заедем на коровник. Нужно будет забрать вон тот прицеп навозоразбрасывателя. И давайте сразу мы его и загрузим здесь. Раз он пустой, да, мы его сейчас загрузим, да и все. Тем более погрузчик большой поедет все равно с нами, чтобы загружать его. Оп. Сейчас сразу загрузим его. И потом погрузчик с нами поедет. Ну и КамАЗ также, походу, наверное, тоже сейчас загрузим. Так, наверное, сейчас задом туда заедем, да и все. Так, начну, наверное, лучше с того края начинать, наверное, потому что потом можно будет сразу запустить другой кировец, чтоб пахал. Так, сразу сейчас разгрузим. Thank you.
Вот он, кировец. Такой же, как тот, но у него просто вот эта вот морда немножко другая. В принципе, такую же можно поставить и на этот кировец, будет прямо один в один. И вот такой вот у него плуг на 6 метров. Этот трактор точно такой же, только у него морда просто другая. Можно на тот же повесить, и будет один в один. Так, ладно, давайте, наверное, или сначала вспахать, а потом внести удобрение, потом все равно сажать картошку. Нет, давайте сначала с удобрения начнем. Разброс 9 метров. Поехали.
Так, ну что, ребят, все, полностью перепахал этот участок поля. Нужно будет потом еще известь сюда внести. И, в принципе, можно сажать картошечку. Также по поводу участка. Вот этого участка, участок номер 8. Давайте купим его. Купить. Да. Сколько вот этот участок стоит? 600. Это 400. Ладно. 250 тысяч остается еще. Все, сейчас технику возвращаю на базу. Этот, наверное, в коровник отвезу. Ну, в принципе, да, и погрузчик тоже, наверное. Довольно-таки быстро получилось, очень хорошо. Так, куда бы тут все это дело поставить? Надо будет еще такой плуг купить. Чтобы два было, потому что полей теперь много, и чтобы можно было, если что, быстро все это. Что-то не нравится мне это место, как-то есть. О! О, теперь нормально. Так, тут место уже становится маловато, конечно. Один есть. Второй паркуем. Оп, дайте пролезть-то. Еле пролез.
Да, УАЗик нужно будет продавать. И покупать, наверное, новый. Новый УАЗик. Так, а известь-то у меня есть. А сколько стоит тот участок, где известь находится? Он большой или нет? Вот он. Возле магазина, да, получается, магазин. А, не, он здоровый. Вот он этот. Нет. Вот здесь вот он находится. А, ну это не, ну да, ради извести покупать такой огроменный участок. Нет смысла. Это всю деревья, весь поселок надо купить и прилегающую территорию, чтобы вот здесь забрать извести. Вот здесь вот за магазином. Ну вот вы видите, да, что происходит. Так, а может быть, погоди-ка, а давайте сейчас попробуем заехать, посмотреть по ремонту что-то. Может быть, с ремонтом что-то нужно. А, ничего не происходит. Почему? Что за дела? То есть... Эти он видит, а машину он не... А, вот. Да нет, она... Настроить стандарт. Давайте с... Ну нет, я думаю, ничего от этого не изменится. Нет. Нужно будет продавать тогда его. Вот так вот. Машет, как крыльями. Так, ну что, ребят, на этом все. Вот такая была серия. Всем, кто осмотрел, спасибо. Всем удачи. Всем пока.